Доброго всего времени суток, с вами Тексер и крабы. Крабы, и у нас тут разгулялся шторм. Команда Буратин стойко переждает его на палубе. Вот так выглядит в игре шторм. В принципе, неплохо. Ну, как-то вот тут брызги. Я настройки игры немножко повысил еще. Они постепенно убирают фризы. Так что... есть надежда посмотреть когда-нибудь это на максимальный. Так, войдем в рулевую руку. Вот такой вот тут шторм небольшой. Ну, до Атласа, мне кажется, оно не дотягивает. До старой игры, черт его знает. Вода получше, но вот эти вот брызги вокруг корабля все портят. Так-то, в принципе, может, что, вода мигает в полигоне. Ладно. Что у нас? А у нас закончился сезон ловли крабов. Осталось 22 часа. То есть еще раз закинуть, поставить. И потом приплыть на базу. Не успеть. Потому что приплыть на базу надо до окончания сезона. Поэтому на базу. Вот туда плыть. Где время? 15 часов. 7 часов остается. Независимо от того, закончил ли лов до окончания сезона, на базу, если приплыл после окончания сезона, все наловленное записывается в штраф. Поэтому вот так. Так. Тут тоже главное не нажать закончить сезон. Сдаем. Хм. 4,8%. Накосячил товарищ. Но деньги есть. Все хорошо. Штрафов уж нету? Нету. Не надо. Так. Ну а все, нам больше ничего не надо. Заканчиваем сезон. Капитан Чарли Колумб. Генри Джекман. Андрей Северин, не знаю, кто такое. Адам Эш. Капитан-хозяин морей. Гарри Богарт. Алан Рокет, Даниэл Лошнетон. Ну, это рандомный товарищ, но я на 10 месте. Ну, не так много. То есть, шанс его догнать есть. А это что процент? Хреновых крабов? Наверное, да. 19 тонн поймал. То есть, мне 3 полных трюма, наверное, набрать, и он будет обыгран. Ладно, новый сезон. Получено достижение «Борщ не салага». Начать сезон. Так. Баблище. Брать ли четвертого? 2500. Ну, не знаю. Опять Геннадий Стоп. А у меня ни одного нету, да? Точно. Они сезонные рабочие. Ну, давайте тех же. Ну, то есть, 4 – это полный набор, но мне 4 не надо. Магазин. Так, тухлая рыба с прошлого сезона. И у меня 8 этих тухлых рыбов. Прям набор для ловушек. Будет 19 плюс 1. А что, полный набор, что ли? Ну ладно. Так, давай одну приманку купим. Вдруг та стухла прошлого сезона. Отлично. Далее. Заправка. Чтоб долго не возвращаться. Полная. Так, это отплыть. Улучшение. Давайте улучшим что-нибудь. Умная намоточная. Больше приманки не надо. Система оповещения. Больше крабов, я думаю, возьму. Так. Оповещение.
оповещение. Немножко улучшили. 7,6 осталось. Теперь давайте скиллы. Так, 4 рыла нам не надо. Это что? Выполняем задачи быстрее. 15-ка берем. О, вот это надо. Берем. 46 осталось. Ты сколько стоишь? 25, ну черт его знает. Более эффективен. Мы вытаскиваем. Или они вытаскивают. Написано экипажа. Давай. 41. 50. Берем. Так, тут что? Всегда под рукой приманка. Медленнее. 7. Берем. А тут я могу проверять. Фигня. Так. Цена неплохо. Лимит на ловлю. Вот, хорошо. 20-ка у меня столько уже нету. Штрафы уменьшаются. Буксирование мне пофигу. Скидку переживу. Так, пока так. 23 у меня останется на черный день. Ну, поплыли. Так, оверлей Концумир. Мне вот тут нравится. Погнали. Стандартные 15 часов. Угу. Вы готовы? Вы готовы. Так, надо развернуться в нужную сторону. Так. Вправо на 90. Ну, ночью это не очень просто сделать. А что не очень просто? Вон у меня компас. Ага, не просто. Просто. Нам как-то вот так надо. Еще правее. Пожалуй, еще немножко. Вот так. Так. Идем мы на втором ходу. Так, ты. Кто у нас сортировщик крабов? Помимо этого будет вот так выглядеть. Подъем ловушки. Ты. Установка. Ты. А вот ты вот эта средняя. Погнали. Малый ход или средний ход. А черт его знает. Да, мы правильно идем. Можно выходить и смотреть ловушки. Вроде не сильно побито. 77. То, что было 72. 70. Ну такое оно. Я починил, конечно, ну ладно. Полная. Как наша тухлая приманка? 29 сайра. 5 штук тухлой приманки. Хорошо. Надо ее срочно извести. Ну чё, бандерлоги? Вам приманку надо положить за вас? Вот опять ксихи пошли. Смотрите, я взял приманку. Теперь он тоже возьмет приманку. Иди ставь. Ему живой пример был нужен. Вот. Все, ушла. Ждем дальше. Будет работать? Нет, я ему показал, что делать. Или он будет переставить? Ну-ка.
Да, смотрите, он только первую не берет. Странно, правда? Так, я ему вручил креманку, все зашибись. А эти два там у пульта тусят. Один на кране, другой гидростолом управляет. Халява! Но я не могу разделить притаскивание приманки и прицепление буйков. Так что у Ива и Аха оно будет вот так вот. Ну, нормально. Чё, процесс идет. Мне вроде ничего больше делать не надо. Они работают. Так, все в линию. Смотрите, какая красота. Прямо в линию все идет. Красиво. Красиво и денег приносит. Ну ладно, весь, так сказать, поход я тошнить не буду, как они выставляют. Мы переместимся к сбору. Поставили ловушки, выждали 13 часов. Ловушки зелененькие, все хорошо. Погнали. Че стол? 65. Ай, давайте пока будет так. Тут все надо чинить на самом деле. Эти сволочи не чинят. Так, ну-ка, команда, к подъему ловушек стоять. Первая скорость. Погнали. Как-то странно они разбежались. Вываливаем крабов. А, сортировка синяя, он не в списке. Пока крабов нету, он не парится. Тут один промежуток чуть побольше у меня получился. Потому что я нажал на скорость где-то, видимо. И корабль перешел на третью скорость. Но это не страшно. А, в общем, дуга ловушек немножко изогнута, как видите. Мне... Я буду из рубки это все контролировать. Контролировать придется многое. Стоямба. Вы это видите? Долбанные буратины. Ну? Шо? Мне самому все сделать? Я могу, конечно. В ком я там забаговался? А, в тебе? Ладно, иди. Все, работа пошла. Нет? Что-то вам не покажу. Вот это 8 крабов? Серьезно? Вы серьезно? Что-то, по-моему, сезон как-то хреноватенько начался. Что-то какая-то фиготень. Так, что тут у нас? 67 ловушки. Ну, по идее, критичным является 25 ловушек. Пойду займусь починкой. Ну, что-то какая-то... Что-то хренотень, ребята. Уже все разобрал. Еще бы, да. Чиним. Ну, вот такая вот жалкая кучка крабов. Это даже не серьезно. Так, пока идем к ловушке, я все починю. Раз эти не чинят. Так, 13% осталось, ладно. Ускорилась починка. Так, они что-то чем-то там стучат. Чего там уже ловите, что ли? Ловите.
Точно стучат. Так. Крабостол. Чинить. Гидростол. Чинить. Там реально нет крабов, смотрите. Так, это надо сдать. Вообще пипец. Да. Ладно. Мы еще пока остановимся, подождем еще час. Но мне кажется, это не спасет гиганта мысли. Сейчас уберут. Мы их разгоним на отдых. Хотя час стоят на вахте. Так, поставили, да? Да. Час. Ну, может, лучше станет. Вперед. Даже на второй скорости вперед. Что-то вообще нет крабов. Я даже, ну, как непонятно, в чем дело. Приманка была. Оранжевый бегал, носил приманку. Какое-то хреноватое начало второго сезона, да? А, ну я еще не ссыпал в трюм, ну там, блин, там из первой ловушки только было 10 крабов. Возможно, поставил неудачно. Глубоко, еще что-нибудь такое. Дно песчаное, 19 метров, 6 градусов. Ну тут вообще такая площадь, да? 3 градуса. Руководство. Давайте посмотрим руководство. Добро пожаловать. Поезд место с хорошими условиями. Так. 4 градуса. От 20 до 200. 55-100. 4 градуса. Но он что-то там шуршит, мне кажется, там мало. А у нас тут 6. Вот надо где 4 градуса потом плыть. Все, понятно. Собираем. Это был неудачный заход. Это был пипец какой неудачный заход. Посмотрите на эту жалкую кучку. То есть, ну, что-то есть. Неужели эти 2 градуса так критично, а? 3%. Что это? Так, где моя тухлая сайра? Не могу пока, да? Ладно. Ладно, собираем и плывем к новым горизонтам. Тут фигня. Видимо, 6 градусов, вот действительно паршиво. Ну, то есть они все вот такие пустые будут. Первый рейд в холостую. Ладно. Блин, отняли корыто. Ну, в общем, ловля закончена. Ловушки все вытащены. Я потратил 4 ремнабора, чтобы починить их. Контейнер. И вот гигантский мой улов. 17 хреновых крабов и 24 хороших. Это с 8 ловушек. То есть это все, что у меня есть с этого захода. Полный фиготень. В один тазик влезает. Вот так. Уносить. Ну что же. Делать нечего. Поплыли к новым местам, потому что вот тут фигня. Итак, нам нужно 4 градуса. Вот 4 градуса, вот у меня тут. И вот так пройдем.
Не очень хорошо. Так, влево на 90. То есть на... Я сказал на северо-восток даже. Как он называется? Восток-северо-восток. То есть вот посерединке между северо-востоком и востоком. Вот как-то так, мне кажется. Да? Чуть севернее. Да не, нормально. Так. Ну что, бандерлоги? Так, вторая скорость. Ловушки ставить. Побежали. За этим всем надо смотреть, потому что они... Первый запуск ловушки могут ошибаться. Оранжевый пошел. Наклонил. Че, сам приманку возьмешь? Было бы здорово. Так, сначала поплавки, ладно. Ловушка. Ой, ловушка, приманка. Ну все, вроде справился. Так, что у нас тут? Не пора добавить тухлой рыбы. 26%. Невзирая на хороший холодильник, она потихонечку уезжает. Ну, собственно, на установке ловушек капитан не нужен. Уйдет брикет Сайры. Ну и, собственно, и все. А если они ведут починку силами экипажа, я задолбаюсь эти долбанные ловушки чинить. То есть на каждые две ловушки одна чинилка. И вот только... Да, в руки берешь только одну чинилку. И вот бегаешь туда, сюда, туда, сюда. Ужас. Так, ну ладно, в целом неплохо. Опять-таки, как в прошлый раз, установим и дальше смотреть уже на улов. Так, ну, 14 часов прошло. Будем надеяться, что крабы будут пойманы. Команда. А, вы на подъеме уже. Хорошо. А фигли тогда не ловим, а не дошло еще. Хорошо. Сейчас по первой ловушке увидим, что тут как, и куда, и зачем. Побежал, молодец. Давай, вытащите, и я поверну, потому что я тут поперек курса зашел немножко. Все, заходим параллельно ловушкам. О, смотрите, полное. Вот другое дело. Так, сейчас выровняю курс, на палубу пойду. Посмотрим, что там по крабам. Вот как-то так, да? Ну, вот так, потом еще чуть правее возьму. Так. 68. А мне кажется, или в прошлом сезоне по 200 бывало, нет? Или тут просто на столе копилось, и поэтому вывалиться не могло? Ну вот это другое дело. То есть тут с одной ловушки в три раза больше, чем со всего прошлого захода. Да. Ну не в три раза. Нет, я же по общей сумме смотрю, да? То есть это 70... А там было 30, ну, раз в два больше с одной ловушки. Вот так. Вот так, блин. Вот она, температурка-то. А это, по-моему, еще больше набито. Ну ладно, это уже моя жадность, наверное. Это, наверное, моя жадность. Да, примерно столько же. Температура. Температура воды. Вот она как влияет сильно. 2 градуса всего разница. Всего-навсего 2 градуса.
И такой результат. Так, давайте, может, на второй скорости, чтобы она быстрее собиралась. Народ у нас обученный, суровый. Так, вы собираете, а я посмотрю. 94, нормально. Не сильно повреждено, так, не свет включить. Так, по-моему, они промахнулись. Нет, вторая скорость, это неправильно. Ну что, не поймали? Вы чем занимались вообще? Кидают, кидают. Первое, ладно. Нет, нечего извращаться, надо на первой скорости идти. Так, ну сезон не сезон, а... Что мы в этой серии? Ну давайте в этой серии, не знаю, трюм забьем полностью, нет? Как-то так, наверное. Естественно, я все это не буду показывать, потому что сами видите, процесс-то монотонный. Но так вот, трюм крабов набьем. Наверное, так. Поехали. Так, пошла последняя ловушка на аморт. И вот оно то самое, что я так люблю. Все завалено крабами. А... Это издевательство? Последняя ловушка пустая. То есть те ловушки полные, а это пустая, да? Это та, которую поставили первой. Какого хрена? Что в этой точке у нас? 4-2, все хорошо. Непонятно совершенно. То есть... Черт его знает. Так быть не должно. Ну ладно. Ну, в общем, в процессе извлечения ловушек из воды все было как вот, как и в прошлые разы, то есть. Я не мог вываливать крабов на стол, потому что он... Так, на установку давайте переключайтесь. Потому что их очень много. На столе не помещались. Вот последняя почему-то пустая, я не понял почему. Мистика какая-то, ну ладно. Давайте попробуем. Попробуем поставить все это. Синий пусть разбирает, а эти две буратины пускай работают. С последней ловушкой фигня какая-то. Не знаю, может мы ее без приманки закинули. Ну, потому что она первая была. Черт знает, но я пока тут постою. Давайте еще эту абрикен зафигачу. Не лезет. Давай, хватай уже. Так, тут еще на две ловушки, мне кажется, лежит. Ну как так? Вот все ловушки полные, одна последняя пустая. Странно как-то. Потому что я на предпоследнюю приходил, когда они вот застряли и не могли высыпать, потому что она была полная. Пошло. Взять приманку. Положить приманку, не взять, если что. Так, стою с брикетом в руках, когда освободится. Ну, чтобы еще раз не ходить, чтобы точно туда запихать. А что у нас, так сказать, тут дальше? По этой игре. Пока они не введут что-нибудь интересное. Допустим, прокачку экипажа, еще что-нибудь в этом духе. О, все пошло нормально. Тут как-то особо играть получается просто чисто в фарм. То есть вот так вот с командой на полуавтомате кочевать по морю и фармить, фармить, фармить. А, скиллы там есть, да, но они не сильно, в общем-то, влияют. Да, они ускорят фарм, но влияют они не сильно. Поэтому я, честно сказать, не знаю, продолжать по ней снимать серии или пока подождать там новых патчей, новых довесков. Или все-таки завершить второй сезон и посрамить там капитана Колумба. Пишите, что думаете по этому поводу.
И вообще, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. А на этом, думаю, все. Я за кадром еще тут пару рейсов сделаю. И следующая серия, если будет, она будет уже, наверное, да, с захода в порт. Ну или с дофармливания полного трюма как-нибудь так. А на этом все. Всего хорошего и до новых встреч.